с ним делает? Блин. Кто? Наколол опять меня. Да там? Нет, бог его знает. Бьешь одна поклевка. И там мимо. Ты иди сюда, родной. Совсем за самую дырку. Поменьше такой. Ну, Андрюх, клев пошел. А? Пошел клев, говорю. Хоть на камеру наснимай. Блять, пидорас ты, бить нахуй, ебаный брат. Черная головешка. Ну, развелись, блядь. И здесь развелись, заразы. Блин, что за карася выбьют всего. Ух, нифига себе. Вот это да. Жалко, камера не в ту сторону. Какие хорошие там были. Приятно чисто играть. Покажи перед экранчиком-то в руке. Да, возьми, Андрей. Я так не достану. Держи. Проковырял. Ну, поклевку. Значит, там продолжает что-то ее нюхать. Уже все. Вот он. Вторая перемена блюд пармезанского балета. Те же и новые караси. Сдернул поля. Как лихо началось. Он там сидит нафиг. И притих. Сидит и притих. Какие они все нервные приблизили. Чуть больше по поводу. Почему-то мне нравится больше лохмотья. Обсосанный червяк. Дрибадан разбили. Ну, видишь, вот стайка, наверное, отошла и все. О, уж по воде плывет. Вообще обалдеть. Смотри, сейчас леска будет переплывать. Здоровый такой. На поплавок пошел.
Просто караул, смотри, плывет как. Видишь пятнышки на голове, знаешь, желтенькие, видишь? Дебаркадер. Третья часть пармезанского балета. Третья перемена блюд. Те же и другой, другой карась. Вот тут родимый. Он такой приличненький. Почему-то он им нравится, когда вот совсем все уже там ободрано нафиг, понятно?